На 50% папа енота Вячеслав Королёв с малышом возится как с родным. Кормит, купает, играет. Новорожденного подарила зоопарку пара енотов, которых в феврале признали лучшей парой. Енота назвали Гомером по объективным причинам. Это немножко связано. Енот же Северная Америка, да? Вот, ну, и у них это как, ну, не вот прям неофициальный национальный символ. Вот, а также, я не знаю, многие, может, смотрели, любят сериал. Мультсериал «Симпсоны». И вот Гомерчик, ну он по характеру такой же толстенький, такой пузатенький, глупенький. Вот, любит очень много есть, когда ест, чавкает. Новый обитатель пока меньше килограмма, вырастет еще в 5 раз. А вот другой малыш через пару лет станет выше человеческого роста. Зоопарк пополнился еще одним жильцом. После 5 лет супружеской жизни пара страусов Эму обзавелась потомством. Страусенка отсадили в отдельный вольер, чтобы привыкал к самостоятельной жизни. У африканского страуса глаз больше, чем мозг, но все равно птичка достаточно разумная. Естественно, то, что она прячет голову в песок, это бред. На самом деле они просто так ходят, кушают, они едят с пола. Естественно, голова в траве, кажется, что спрятался. Вот, а так у них развит родительский инстинкт, они способны оценивать обстановку, замечать врага, действовать адекватно, либо убежать, либо дать пинка. Оба новосела останутся в самарском зоопарке. Енота Гомера даже записали в программу контактного зоопарка. Будут приучать к человеческим рукам и общению с посетителями. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.